Я чувствую большую гордость, что закончила Казанский федеральный университет. Спасибо всем нашим педагогам. Счастлив, то, что закончил КФУ, философский факультет, политологию. Я просто счастлив вообще. Ну, не описать словами, конечно, долгожданное событие. Самое главное – найти свое место в жизни. Может быть, оно не всегда будет связано со специальностью, написанной в дипломе. Не всегда с тем местом работы, которое предполагает государственный образовательный стандарт. Но если человек будет успешен и гармоничен на своем месте, мы будем считать, что свою задачу выполнили.